Здравствуйте, с вами снова Александр. Сегодня я расскажу вам о коляске от компании Baby Jogger. Модель называется City Mini 4. Не так давно я уже выкладывал обзор на City Mini GT, чуть более внедорожную колясочку, но даже она не то, что внедорожная, она просто с резиновыми колесами и трехколесная была. Эта же колясочка немножечко полегче и, соответственно, с четырьмя колесами, но уже не надувными. Вот, поэтому сегодня я о ней вам более детально расскажу. Так, технические характеристики в двух словах. С 6 месяцев и до 22 килограмм ребенка выдерживает. Это реально дофига, потому что 22 килограмма ребенок, это уже, наверное, не знаю, года 4-5. Ну, по-разному, конечно, но в среднем. Это уже больше 3 лет 100%. Обычно бывает так. Вот, сама она весит немного, 8,9 килограмм. Вот, собственно, что она из себя представляет. Начнем сверху вниз. Ручки мне нравятся. Нравятся они мне толщиной. Они не тонюсенькие, а такие в меру толстые ручки. И обтянуты они резиной. Я не знаю, это в чистом виде резина или нет, но на ощупь это резина. Абсолютно не скользящая. Хват такой, уверенный хват. Что касается козырька. Козырек здесь реально здоровенный. Вы видите это прекрасно. В козырьке реализована интересная система. Здесь смотровое окошечко одно с полиэтиленовой вставкой и другое. Казалось бы, что это за такая панорамная крыша у ребенка? Но здесь своя фишечка есть. Если козырек полностью открыт, мы смотрим за ребенком. Если этого козырька много, мы делаем вот так и не теряем все равно смотрового окошка для ребенка. Открываем просто другое окошко. Вот это... очень продуманное решение. Тому, кто придумал, инженер, как говорится, 5 баллов. Вот, козырек большой, все здорово. Закрыт он полностью со всех сторон. Так, идем с вами дальше. Что касается вообще материалов, знаете, такая плотная плащевочка. Очень не раздражающая, бывает такая противная, а это нормальная, приятная, тактильная плащевочка. Все здорово. Что касается сидения, сидение большое. Точные характеристики в размерах я добавлю в описании. Там в сантиметрах, высота спинки, все. Чтобы не делать очень длинным обзор, вся информация будет там. Сидение высокое, широкое. Пятиточные ремни с мягкими накладками и в плечевой зоне, и в паховой, что, на мой взгляд, очень важно. Что касается бампера. Бампера две стороны. Одна сильная, вторая слабая. Сильная, что мне нравится, он регулируется по высоте в трех положениях. Это круто. Слабая сторона, то, что нельзя его откинуть как калитку, чтобы посадить ребенка. Его надо полностью снимать. Или же ребенка просовывать сверху. Это вот слабая сторона этого бампера. Но он очень такой кондовый, мощный, прям обит тоже материалом и мягенький. В плане, вот ребенок не поранится об него. В этом плане все отлично. Что касается подножки, здесь, ну, она типа есть, но ее нет. Вот здесь мы выгибаем материал, но он, видите, тут телефон положи, она провалится. Считайте, что подножка здесь вот такая, какая она есть. Благодаря тому, что материал практичный, вот это все будет легко чиститься. Правда, надпись быстро затрется. Ну да ладно. Так, давайте сразу о спиночке поговорим. На спинке здесь, если ребенок сидит, есть своего рода такой кармашек, куда можно какую-нибудь поклажу, ну, что-то положить. Регулируется здесь спинка с помощью ремня. Опа, и все. Можно сделать летом вот так. Это реально удобно, когда летом где-нибудь на курорте отдыхаете, ребеночек спит, и у него такой микроклимат. Очень-очень здорово. Не нужно... закрыли, резинка плотная, хорошо, все везде закрывает.
Так, давайте сразу пока здесь посмотрим багажник. Багажник здесь большой. Вот, вы видите, он на всю площадь коляски. И, что важно, у него хороший доступ, чтобы вы могли туда что-то даже крупное положить. Это здорово и удобно. И он из плотного материала днище, поэтому грузы выдерживает нормально. Вот. Так, давайте теперь посмотрим на саму раму. Рама у нас здесь металл-металл. Вот это все стыки, это, естественно, пластик. Она прочная, как не дави на нее, она не хрустит, не люфтит, ничего такого не замечено. Но это Baby Jogger, у них таких вообще моментов не бывает, они хорошие, надежные, крепкие коляски делают. У них на родине, в Америке, Baby Jogger один из лучших вообще брендов. У них это прям вот... Ну, соглашусь с этим, коляски реально хорошие. Так, что касается колес. Колеса, как я вначале сказал, здесь уже не надувные, а полиуретановые, но и спереди, и сзади колеса достаточно большие, широкие. Вот, что делает ее достаточно проходимой, в принципе, в любое время года. Вот, поэтому тут с этим все в порядке. Что касается амортизации, давайте посмотрим. Спереди неплохо, но сзади я ее не чувствую. Сейчас давайте посмотрим хорошенько. Нет, сзади амортизации нет, спереди есть. Колеса, естественно, блокируемые, чтобы проезжать какие-то совсем тотальные бездорожья, как-то преодолевать. Но по поводу амортизации, как показывает практика, основную вот тряску это от передних колес всегда ребенок испытывает, поэтому здесь вот должно быть все нормально. Да и катали мы подобную коляску на улице, ездит нормально, мягенько, ребенка не колбасит. В принципе. Так, что касается тормоза, давайте сразу посмотрим. Тормоз у нас вот кнопочка. По идее, нужно как бы ковырять снизу. Но можно здесь сверху нажать, и она разблокируется. Вот как бы такой лайфхак небольшой. Хотя, в принципе, и так удобно. Но если обувь не корябать, то лучше надавить сверху. Так, давайте теперь посмотрим, как коляска складывается и что для этого нужно сделать. Так, здесь особо вообще никаких заморочек нет. Здесь вот смотрите, под сиденьем, книжечку уберу, здесь вот такой вот ремешок. За него мы просто дергаем, резко дергаем, и без малейших усилий она складывается. Вообще без проблем. Если бампер снять, то, соответственно, вся конструкция получится еще более компактной. Ну, здорово, я считаю. Так, здесь фиксатор. Его отгибаем. И ставим коляску на землю и едем, собственно, дальше. Что я вам не рассказал? В принципе, все рассказал. В двух словах мое мнение. У Baby Jogger есть коляски более лютые, ну, как бы для бездорожья подготовленные. Ну, они все, соответственно, будут немножечко тяжелее. Если в коляске установлены надувные колеса, это плюс 1,5-2 килограмма по-любому. Обычно это так происходит. Что касается этой коляски, я считаю ее полноразмерной. Она вместительная, проходимая, она не тяжелая. Большой козырек, удобная ручка. Единственная ручка не регулируется никаким образом. Это вот своего рода такой минус. Вот. Из минусов, вот жирный минус, в принципе, не так уж это в реальной жизни и нужно. Вот у меня просто была коляска, где вот как раз такая система подножки. Нас это не напрягало, и ребенок тоже нормально себя чувствовал. Но кому-то это вообще прям минус минуса, вот подножечка, она вот такая, какая есть. Ну, с этим придется мириться. Здесь так. Вот, в принципе... Коляска достойна внимания в любом случае, поэтому если что-то подобное ищете, рассмотрите ее как вариант обязательно. Я думаю, она по многим параметрам устроит вас точно. И если это видео вам было полезно, интересно, ставьте, пожалуйста, лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, это очень помогает делать мне для вас больше обзоров. И большое спасибо первой коляске за то, что дали ее на обзор. А вам, в свою очередь, хочу пожелать хорошего, грамотного выбора коляски для вашего ребенка. И всего вам доброго. До свидания.